мне эту фотографию прислали. Я не стал, заметьте, я не стал ни автора, ни адреса, ни фамилии, имя, отчество. Вот почему? Вечно распространенная. Вот прислал фотографию, как у него здорово мои братья просыпаются. Ну и что хорошего, высадите, они погибнут. Еще только март, а если снег до сих пор у вас, он еще два раза вытянется. У них разрыв по фазе. В марте должны быть просыпаться, в апреле должны где-то там, ну я имею в виду среднюю полосу, где-то появляться. В мае уже такие должны быть. А у вас в марте. Посадите потом, и ни черта не получится. Вот. Это будущая смерть. Я говорю всем, потому что так обидно, когда, ну ладно, там не в схожесть, понятно, всяко бывает. Ну уж зашли-то, ну зачем их губить-то? Только наклюнулось, холод, 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 задержать развитие. Этого опять никто не знает. Кстати, вы бы эти, как их там, кандидаты, ну, учили бы этому людей. Вот.